ужас. Ну и правила есть правила. Ну что теперь сделаешь? Встречаем. Ой, чтобы она хоть аккуратно вышла. Со своим платьем, которое длиннее... X-Factor похож на отдельную планету. Это как закинули нас в какую-то резервацию и создают стрессовые условия, да, чтобы люди проявляли свои худшие, у кого-то лучшие качества, ну, проявлялись. Да, конечно, я думаю, что меня такое воспринимают странно. Или чаще всего помалкивают, да, о том, чем думают, или говорят то, что другие хотят услышать. Или, допустим, ну, я не знаю, прячутся. А я, в общем-то, что думаю, то говорю. Я считаю, что для меня важнее получить место в прямых эфирах, потому что у меня есть цель. У меня есть цель не просто стать известной там на месяц, год, сколько там обычно там длится. У меня есть цель сделать красивую музыку, создать ее. Это у нашей боссы. Оля. Чудово выглядит сегодня. Дякую. Співай. Тебе интересно, да? Я не знаю, там вот правильно. То есть у каждого человека свои критерии этих трех стульчиков. У меня, допустим, я за то, чтобы три человека, которые там сидят, были разные. В
Зал, бачите, реакція зала, вона дуже показова. Частина людей встала, частина людей залишилась, навіть коли там вони бачать, що інші люди встають. І таке трапляється з усіма людьми, які не схожі на більшість. Ця сцена, вона багатьох потопила. Але багатьом допомогла знайти себе через оцей виклик. Мені хочеться, щоб ви залишились на проєкті. Є одна проблемка. Мені не вистачає стільців. Тому що вони всі круті. Але я маю думати наперед. І я вважаю, що Юрій, ви маєте звільнити місце цій чудовій пані. Дякую. Юра, як справжній джентльмен, посміхається. Дякую вам. Обидуся. Нічого даже не сказати. Залишив частинку своєї душі в цьому залі. Це людина безперечна.